В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, который полностью запрещает пить за рулем. Теперь нет никакой допустимой нормы алкоголя в крови водителя, как это было раньше. Это важное решение было принято, когда в зале после обеда осталось всего 88 депутатов из 450. По итогам голосования, правда, выяснилось, что за новый закон проголосовало абсолютное большинство – 449 парламентариев. Ну а то, как проходило само голосование, позволяет утверждать – власть – это сила в движении. Игра, 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 игра